Мистенгет зачастую читается как Мистангет, что не вполне верно. Знаменитая французская певица, актриса кино, клоунесса-конферансье. Жанна Флорентина Буржуа была дочерью 30-летнего разнорабочего Антуана Буржуа и 21-летней портнихи Жанет Дебре. Родилась 5 апреля 1875 года в Энгиен-ле-Бене, недалеко от Парижа. Уже в возрасте 10 лет она дебютировала на сцене под псевдонимом «Мисс Эльет», который затем меняла на псевдоним «Мистенгет» и затем на «Мистенгет». В 1894 году без особого успеха дебютировала в парижском театре «Варьете» «Трианон», а через 3 года в кабаре «Эльдорадо» как комедийная исполнительница с очень запоминающейся пластикой, несколько дерганной, эпилептичной и выразительной мимикой. В 1908 году Мистенгет дебютировала в кинематографе в фильме «След или красная рука». Всего она до 1936 года снялась более чем в 60 фильмах, в том числе в голливудской версии романа Виктора Гюго «Отверженные» у таких режиссеров, как Альбер Капеллани, Кристиан Жак и другие. В 1909 году Макс Дирли выбрал ее для своего шоу «Мулен Руж». Через 2 года Мистенгет выступила в «Фоли Бержер» в паре с Марисом Шевалье. Их любовный роман продолжался 10 лет. Во время Первой мировой войны Мистенгет сумела освободить его, раненого из немецкого плена. А в 1918-м выступала в казино де Пари. С этого времени Мистенгет участвовала в больших ревю-оперетах, таких как «Танцующий Париж» и «Да, это Париж», где кроме самой Мистенгет участвовали Жан Габен, Лено Коренцо, Эрл Лесли, Жорж Гитари и другие. Мистенгет называли королевой парижского мюзик-холла. Именно она придумала огромные головные уборы из перьев, ставшие неизменным атрибутом кабаре во всем мире. Также она придумала ставший теперь классическим, неторопливый спуск по лестнице к восхищенной публике. Всемирную славу ей принесла песня «Мой мужчина», которую она исполнила в «Фоли Бержер» после расставания с Марисом Шевалье. В 1925 году и до 1929 Мистенгет была художественным руководителем кабаре «Мулен Руж». В 1951 году Мистенгет покинула сцену, выпустив 3 года спустя книгу мемуаров «Вся моя жизнь» в 2 томах. Скончалась 5 января 1656 года в возрасте 80 лет, но до последнего дня сохраняла свою удивительную привлекательность и обаяние.